В Актюбинскую область с рабочим визитом прибыл советник президента Малик Утарбаев, чтобы разъяснить населению ключевые направления послания главы государства. В Мартукском районе столичный гость встретился с представителями педагогической общественности. На этой встрече обсуждались ключевые вопросы развития образовательной системы страны. В начале встречи Малик Утарбаев рассказал об основных тезисах речи Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании национального курултая «Адал Адам, Адал Инбек, Адал Тавыз». Он отметил, что национальный курултай, прошедший в Атырау, стал важной платформой для обсуждения вопросов, касающихся образования. Президент страны уделил особое внимание этой теме, подчеркивая, что образование является одним из основных факторов, определяющих будущее нации. В этом году президентом было сделано несколько заявлений по вопросам образования. Первое – это программное заявление на национальном курултае. Второе – его выступление на научном совете 12 апреля, а затем 1 июня на встрече с молодыми учеными. На собраниях он предоставил нам идеологическое направление. Также на мероприятии выступили руководители образовательных учреждений с докладами по посланию президента, в которых остановились на важных моментах, касающихся сферы образования. В настоящее время мы видим значительную поддержку со стороны государства в обеспечении безопасности и качества образования для учащихся. В частности, в Актюбе материально-техническая база школ полностью обновилась. Сельские школы подключены к интернету, что способствует повышению качества образования. Напомним, что в своем послании глава государства сообщил, что до конца 2025 года в стране планируется создать в эксплуатацию 217 современных школ. Существующие проблемы с нехваткой мест в учебных заведениях требуют срочных решений, и строительство новых школ станет важным шагом к улучшению ситуации. Эти учреждения будут оснащены современным оборудованием и технологиями. Владимир Федотов, также Алимжан, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.